давайте мы рассмотрим такую популярную тему, да, популярный вопрос. Это Джиггернаут плюс... Так, сейчас, секунду. Да, нормально. Джиггернаут плюс Маднес. Почему, зачем и почему и зачем он стал так популярен в связи с последними событиями, в первую очередь, это турниры у нас. Сейчас я покажу, почему ему нужно собирать Маднес, то есть какие плюсы от Маднеса. Нет, это мы не будем покупать. Мы сделаем таким образом. Таким образом сделаем. Сейчас быстренько все это подготовим. Сейчас мы все быстренько сделаем. Так, нам для теста нужен будет баттерфляй. И что-нибудь на дамаг. Мы купим тогда не арты на дамаг, а купим просто вот хаммеры. Раз, два, три, четыре. Нормально. То есть, чтобы не было там модификаторов. Все, идем сюда. Теперь что мы... А, я забыл самое главное. Так, секунду. Мы забыли купить Маднесик. Покупаем Маднес. И все, возвращаемся обратно. Все, мы, в принципе, готовы. Теперь выкладываем баттерфляй. Нет, не будем выкладывать. Ну, ничего не выкладываем, короче. Все. Теперь создаем нашу цель. Enemy level bots 25. Наш любимый свинчик. И сделаем так. All vision. Вот Рики, да, мы качнем ему инвиз. Сейчас мы его видеть не будем, но мы сможем на него кликать. Я качну ему инвиз. Качну ему инвиз. Вот. Сейчас смотрите. Я купил баттерфляй, в первую очередь, для того, чтобы... Батлефуру, а не баттерфляй, извиняюсь. Батлефуру. Чтобы вы увидели сплэш урон по Рики. То есть, чтобы вы увидели еще и разницу по соседним героям. Смотрите. Почему сейчас стали покупать Джиггернауду Маднес? В принципе, это не такая уж новая тема. Нет, на самом деле. И год назад, и 2 года назад ему тоже покупали Маднес. Но сейчас это стало очень популярно. Нереально популярно. Само собой, очень часто после или во время турниров, да, новички видят какие-то такие необычные сборки от про-сцены и начинают повторять это в паблике. Поэтому вот это все развивается, набирает какую-то популярность. Сейчас идет у нас турнир, например, да? У нас, по-моему, сейчас идет и Star Ladder, и DAC. Это Азия, отборочные турниры. Отборочные матчи, да, идут. И там, вот особенно вот на Азии отборочных, да, там практически через игру, наверное, пикают Джиггернауда. И абсолютно стандартным покупают ему фризы и Маднес. То есть в 99% играх за Джиггернаута ему собирает Маднес. И они, безусловно, делают правильно. В принципе, я уже давно это все снимал, видео про Маднес. Это было на старом канале. Но я хочу повторить еще раз. Так как это стало очень популярно. Почему Маднес? Ну, во-первых, да, само собой, это нереальное увеличение скорости фарма. Или мы просто фармим. Так, давайте мы сейчас без БФшки. Без БФ побегаем. Или просто фармим, или с Маднесом. То есть скорость увеличивается во множество раз. То же самое вам скажут любые комментаторы в Доте. То есть вы видите, да. Во-вторых, Джиггернаут с Маднесом может спокойно пойти в лес и отдать лайн своему союзнику. Это в первую очередь касается, когда вы играете, например, Тимой, да, в CM-моде. То есть купили Джиггернаут... Ой, господи. Купили Джиггернаута, купили, короче, Маднес по фасту. И если что, если вам тяжело стоять на лайне или хотите отдать лайн своему союзнику, просто отошли в лес, а он, пускай, стоит, получая шестой левел. Например, какой-нибудь саппорт, которому нужен шестой левел. И это еще не все. И третье, самое главное, почему ему нужен Маднес? Потому что у него сильнее проходит ульта. Во время ульты мы наносим дамаг от нашей ульты, также у нас идет удар с руки. С Маднесом у нас сильно увеличивается скорость удара. То есть мы наносим больше ударов с руки во время ульты. Теперь смотрим. Я специально криты не качаю, чтобы был чистый тест. У нас есть Свен. Свен, по идее... Так, вырубаем Ун ВТФА.
Свен, он не умрет у меня с ульты. Вы видите, да, у него останется немножко хп. Ну вот. Рефреш. Теперь смотрим на Рики. Как проходит... Вот в чем будет разница с Маднесом или без Маднеса? Сейчас мы делаем без Маднеса, смотрите. Все, дамажим, дамажим, дамажим и отходим. Как обычно, снесли больше половины. Рики жив-здоров. Видите, нам не хватает скорости. Рефреш. То есть, он не наносит удара во время ульты. Ну-ка, еще раз смотрим. Подойди поближе. Вообще, по идее, Рики должен был продамажиться. Так, все правильно. Это Эними. Ну-ка, еще раз. Странно. Вот, вот. Он, наверное, далеко просто стоял. Все. Еще раз. Еще раз. Все, Рики ушел в инвиз. Пробуем. Да, все. Видите, он просто далеко стоял. Все, сейчас прошел на него БФ. Смотрите, да? Ну, отнимает практически половину хп. Еще раз пробуем. Я хочу, чтобы вы увидели разницу с Маднесом. Еще раз без Маднеса пробуем. Фуловый Рики, фуловый Свен. Ультуем и отходим. Ну, сейчас поменьше прошло, да. Видите, почему так проходит? Потому что очень мало ударов. У нас БФ работает именно от ударов, не от ульты. То есть не от каждого дамаги ульты. А только от ударов с руки идет. Теперь пробуем с Маднесом. Мы, по идее, должны убить Рики с плэш уроном. Вы видите, да? Сейчас, во-первых, будут дамаги гораздо больше, вы видите. Ну что, господа? Вот она в чем разница. Благодаря тому, что я врубил Маднес, у меня стала быстрее скорость атаки. И я стал больше наносить ударов с руки. В результате, до этого мы не убивали Рики. Мы даже, ну, меньше чем половину отнимали хп. И у Свена оставалась половина хп. С Маднесом мы полностью убили сплэш уроном Рики. И практически убили Свена. Поэтому, безусловно, Маднес на Джиггернаута рулит. Ну и четвертый плюс, конечно же, это скорость перемещения. То есть это когда нужно догнать кого-нибудь или убежать от кого-нибудь. Или быстренько нарезать по спине ему. На, пес, на. Вот такие вот пироги. В первую очередь я всегда говорил и всегда буду говорить. Самый лучший арт на героя, это арт, который взаимодействует с его скиллами. Маднес полностью взаимодействует с нашей ультой. То есть наша ульта становится гораздо сильнее. То есть врубаем Маднес, у него время действия большое. Врубили и спокойненько подбегаем, ультуем. Вот такие вот пироги. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.